Господь поможет тогда и исцелит окончательно наши недуги тогда, когда увидит веру нашу. Церковь сегодня призывается к особому служению. Вот именно для того, чтобы в храмах наших был наш народ. И дети, и юные, и люди среднего возраста, и пожилые, и старые, все. Чтобы вера, которая будет приводить людей в храмы Божии, преображала их сердца. И чтобы, выходя за пределы храма, мы были способны нести миру великую весть о том, что Бог во Христе спасает человека от греха, что Бог во Христе спасает человека от духовного паралича и беспамятства, дает душевные и физические силы и помогает идти навстречу Божьему Царству, ради которого Сын Человеческий и пришел в мир. Аминь.